Я приветствую всех. Это NL подкаст «История успеха» и гость этого выпуска Петр Чубаров. Петр, я приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте всем, кто слушает. NL подкаст «Истории успеха». Начать нам хотелось бы, раз у нас подкаст называется «История успеха», конечно же, с истории успеха, а потом уже наш разговор будет выходить на разные ответвления. Петр, я не скрою, что перед общением с вами я побеседовал с вашей супругой. Угу. У нас хорошая была беседа, и она рассказала, что, собственно, вы этот бизнес начинали вместе 20 лет назад, в 2000 году. Но у нее была своя история того, как это начиналось. Хотелось бы услышать вашу историю, вашу интерпретацию. Как началась ваша история в этой компании? Своеобразно. Ну, Алексей, смотрите. История выглядит следующим образом. Ну, я так понимаю, что вы должны хорошо помнить дефолт 1998 года, когда курс доллара резко скаканул. Вот. Мой бизнес, которым я в тот момент времени занимался, он был завязан на продукты, покупаемые за доллары. Соответственно, кредитные линии валютные, ну и так далее. В общем, все было очень весело. Когда случился этот дефолт, наш бизнес, он умер практически за 2 недели. Вот, мы, тем не менее, продолжали им заниматься и вытаскивать его. И вот в тот момент времени, ну, где-то, наверное, года через... В начале 2000-го, то есть через год с небольшим после кризиса, одни из моих сотрудников, которых я уволил за... Ну, неважно, за что уволил. Вот. Они пришли ко мне и говорят: займи нам денег, пожалуйста, на тренинги, бизнес-тренинг. Нам нужно поправить себе голову. Ну, поскольку у них там были договора в исполнении, я ничего не терял, я им этих денег дал. Потом я встретился с ними после этих тренингов и смотрю, ребята какие-то такие воодушевленные. Ну, то есть надо понимать, что на тот момент времени, это сейчас бизнес-тренинг, да, вот этот успех успешный и так далее, это из каждой розетки льется. А тогда это была тема абсолютно новая. И очень многие, кстати, боялись и сектантства, и зомбирования на этих тренингах, там чего только, в общем, не наслушаешься. То я с ними встречаюсь, вижу, что люди, ну, реально какие-то загоревшиеся такие, вот, учитывая, что я их знал и в другой ситуации. В общем, я попросил их познакомить с теми ребятами, кто их на эти тренинги позвал. В общем, они меня познакомили с Романом Товстиком, с вице-президентом NL International. Ну, тогда это была компания New Life, которая только-только начиналась. В общем, она начиналась с этих тренингов. Вот. Мы познакомились с Романом, я пошел на этот тренинг, взял с собой партнера по традиционному бизнесу. В общем, нам очень все понравилось, потом пошла Елена, потом я туда прогнал всех своих сотрудников, а поскольку покупка тренинга происходила через регистрацию в компании, то есть автоматически получилось, что у меня есть вот этот вот аккаунт менеджерский, номер. Вот, и я даже там какую-то квалификацию закрыл. То есть я просто продавал эти тренинги, они мне очень понравились, и я хотел облагодетельствовать, в общем, всех своих знакомых таким образом. В общем, выяснилось, что я закрыл какую-то квалификацию и даже денег заработал первых. Вы знали на тот момент, что приглашая людей на эти тренинги, вы уже тем самым зарабатываете? Или вы это делали в свое удовольствие, и вдруг для вас стало таким открытием, что вы еще денег заработали? Я понимал, что да, это должно, наверное, какие-то копейки там принести, но вот именно ощущение какие-то копейки. То есть типа что-то мне там капнет, вот может быть там какой-то тренинг бесплатный. Алексей, тут надо понимать, что мое отношение к сетевому маркетингу в тот момент времени, оно было, ну вот где-то в коридоре от пренебрежительного до, ну, до издевательского, наверное, вот так. Потому что у меня было стойкое убеждение сформировано за все годы перед этим, что, ну, в общем, люди, которые идут в сетевой бизнес, это либо вот они больные насквозь, ну, либо в детстве им их головкой сильно стукнули. То есть, ну, как бы нормальному человеку там делать нечего. Вот, я с этим мнением жил. Ну, вот, правда, были там моменты такие, которые меня несколько смущали, потому что там была у меня пара-тройка встреч, которые, ну, не то чтобы породили во мне сомнения, но, скажем так, какой-то след, такое недоумение оставили.
То есть я считаю, что сетевой – это для убогих, что в сетевом денег зарабатывать невозможно. А тут встречаюсь там с человеком, который приезжает ко мне, покупает у меня на 20 тысяч долларов товара за наличные. Я его спрашиваю, чем занимаешься? Он мне говорит, Гербалайфом. Я говорю, ну, понятно, ну, конечно, чем же еще? Естественно, Гербалайфом. Ну, воспринимаю это все так, что он, ну, не хочет говорить, чем занимается, и говорит первую попавшуюся отмазку. Выхожу его провожать на улицу, во дворе офиса стоит новая тачка, на которой там через все заднее стекло надпись «Я люблю Гербалайф». Тут я понимаю, что, ну, в принципе, ни один человек в здравом уме не будет уродовать свою машину, если не имеет к этому никакого отношения. То есть все стало еще хуже, чем сначала, я понимаю, да? Вообще, да, то есть как бы до этого, ну, я воспринял это как просто насмешку, а тут это превратилось в какое-то глубокое издевательство. То есть и он уехал. Я такой, все, человека нет. Ну, я, знаете как, человек же сам себя способен убедить чем угодно. Я себя убедил, что это мираж, что это какая-то ерунда. Ну, все, в общем, забыли. Это да, скрытая камера. Да, это было, кстати, за год до дефолта. Или за полтора. А потом уже после дефолта, но еще до знакомства с Романом, один мой клиент в традиционном бизнесе приглашает меня на встречу и начинает мне рассказывать про Amway. При этом человек, очень известный в Новосибирске, это очень крупный бизнесмен, на тот момент времени добившийся намного больше, там, в десятки раз, нежели я. Вот, то есть я к нему относился с искренним уважением, с доверием. Ну, то есть он действительно был фигура в бизнесе Новосибирска. Вы правильно не произносите его имя? Или есть на то причина? Ну, есть на то причина какая-то? Да, ну, нет. Почему? В общем, его зовут Марк. Вот, это один из самых крупных лидеров компании Amway на сегодняшний день. Вот, человек в Amway очень известный. Ну, давайте обойдемся сейчас без фамилии, просто Марк. Хорошо. Да. Вот. Он мне рассказывает про Amway, рисует кружочки, я ему говорю, Марк, так это же сетевой маркетинг. А он мне говорит, да. И я понимаю, что его интонации и мои эмоции по поводу, ну, вот, восприятия того, что он мне говорит, они как-то, в общем, разнополярные. Я ничего, естественно, я сказал, нет, купил у него какие-то продукты, вышел, сел в машину, сижу, думаю, господи, мир сошел с ума, что происходит? Ну, тут два варианта. Либо он идиот, либо я что-то не понимаю. И начинаю сам дальше рассуждать. Он точно не идиот. Я это знаю. Он успешный предприниматель. Значит, я что-то не понимаю. Может быть, я пролетаю мимо кассы? Может быть, я просто так думаю об этом? И вы знаете, вот эти мысли, они в голове крутились, но поскольку продолжение не последовало, я их как бы куда-то загнал там себе в кладовку мозговую и забыл успешно. И потом, когда... Но все это время вы продолжали заниматься своим тем, да, бизнесом. Все это, да, время у вас идет тот бизнес, параллельно возникают какие-то сомнения, а что же вокруг такое происходит? Ну да, но сомнения, знаете как, это не то, что я ходил и все время думал, а вот что там сетевое, а может быть попробовать или еще что-то. Нет, сомнения возникали вот в процессе встреч. Вот. И если бы, может быть, тот же Марк пригласил меня потом на повторную встречу, на следующую встречу, не исключен вариант, что я бы и пришел тогда в Amway. Вполне возможно. Но поскольку я сказал жесткое «нет», категорическое, меня больше никто не звал, ну и оно как-то так забылось. Это к вопросу о том, что когда вы с людьми общаетесь, и они говорят вам «нет», не надо это «нет» воспринимать как абсолютно категоричное и вот окончательное. То есть это первая реакция. Надо продолжать с человеком общаться дальше. Слушайте, вот это на самом деле, я немножечко, наверное, сейчас забегу вперед. Очень хороший совет на будущее тем, кто только-только будет приходить в компанию. Ведь, насколько я знаю, люди, пытаясь с кем-то наладить связь, слыша «нет», закрывают тему с этим человеком. А вот это очень здорово, что вы об этом рассказали, и это можно прямо сделать одним из выводов сегодняшнего разговора, хотя разговор только что начался. «Нет» – это еще не означает, что это «нет» навсегда. Это вообще ничего не означает. Это нормальное... Давайте так, вот в условиях того общественного мнения, которое сопровождает сетевую модель бизнеса, то есть почему она возникает, это другой вопрос, об этом можем позже поговорить. Вот. Просто сейчас воспринимаем как вот, ну, некое статус-кво. Да? Есть вот сетевой бизнес и есть некое общественное мнение, которое его сопровождает.
причем не сейчас, а на протяжении всего времени существования этой индустрии на постсоветском пространстве, ну и вообще в целом мире. Вот, есть вот это общественное мнение. И в контексте этого общественного мнения любое «нет», сказанное человеком при первом контакте с представителем сетевого бизнеса, это вообще ничего не значит. Это есть просто экстраполяция общественного мнения вот на этой встрече. То есть человек говорит «нет». И причем он же в этот момент говорит «нет» не тому предложению, которое ему делается, а он говорит «нет» своему восприятию этого предложения, основанного на том общественном мнении, носителем которого он является. Понятно сейчас мысль выразил? Абсолютно справедливо. Причем вы сейчас говорите, Петр, об этом в контексте своей компании, а по большому счету это относится ко всей жизни. Человек всегда боится чего-то нового, и если ему предлагают что-то новое, первая реакция – отрицание. Нет. Это вообще нормально. Это абсолютно нормально, да. Да, первая реакция – это всегда отрицание. Вот. И вот дальше. Мы встречаемся с Романом. Роман мне говорит, это сетевой. Вот. Естественно, я ему говорю «нет». То есть как бы абсолютно та же самая история. Я ему говорю «нет», он говорит «окей, давай завтра встретимся, кофе попьем». Он молодец. Да, я говорю «зачем?» Он говорит «да просто кофе попьем, поговорим». Я говорю «ну давай». Вот. Но я, честно скажу, я преследовал свои интересы в этот момент, потому что я хотел затащить в свой бизнес такого человека, как Роман. Можно прямо, знаете, такую короткометражку снять. Каждый пришел попить кофе со своим интересом. Это нормально. Всегда люди приходят со своим интересом. Это вообще нормальный процесс жизненный. Вот. И мы второй раз встречаемся с Романом, и потом мы встречаемся с ним третий раз, играем на бильярде, просто общаемся. Вот. Но так или иначе, вот каждая эта встреча, она постепенно, ну, скажем так, делала мое представление об этой модели бизнеса более объективной. Потому что вот сейчас, ну даже не вот сейчас, в 2020 году, а вот даже там в 2001-2002 году я мог бы сказать, и говорил это, кстати, что мое представление о сетевом бизнесе, оно было абсолютно субъективным. На основе чего оно формировалось? На основе фактов, аргументов, логики, математики? Нет. В 93-м году меня в Академгородке позвали на презентацию. Какие-то бравые парни в костюмах с красными галстуками, со значками «Хочешь похудеть, спроси меня как?» и рассказывали об американской мечте. Там, я нифига не понял. Понял, что есть какие-то банки, на которых можно стать миллионером. Сказал, да ну нафиг, фигня какая-то, секта. Все, галочку себе занес в этот в мозг. Потом моя мама, пенсионерка, притащила кучу добавок американских и говорит, сынок, я начала бизнесом заниматься. Я говорю, мама, каким вы бизнесом решили заниматься? Она говорит, вот добавки буду покупать, продавать, на этом зарабатывать. Я говорю, это что? Она говорит, это ты не представляешь, сынок, это сетевой маркетинг. Еще одна галочка. Мама, пенсионерка, бизнес. Ну, как бы вот эти понятия, они вот в какую-то одну формулу у меня в голове не вставлялись. А заметьте, мама-то вперед почувствовала рынок, тем сыном. Ну, кстати, да. Вот. То есть, и у меня следующая галочка, что это там пенсионеров разводят, там, ну, еще же там по поводу биодобавок тогда. То есть прям такая мешанина. Потом меня зовут на события в Новосибирске, мероприятия, типа, приедут французские миллионеры, будут учить, как стать богатыми. Ну, прикольно, пойдемте посмотрим. Прихожу в Ледовый дворец спорта Сибирь, куча народа, темный зал, начинает играть музыка, люди встают, начинают хлопать и так далее. И оттуда нарезал с такой скоростью, что это... То есть я подумал, что это секта какая-то. Еще одна галочка, вот, представление. То есть куча встреч, большое количество встреч с разнообразными людьми, каждый из которых, он, ну, скажем так, более, как большей понятности в том, что это за бизнес, он не внес, а наоборот сумбур. Ну, когда приходит человек на встречу, вроде бы взрослый мужчина, у него на голове, вот тут на лбу прилеплен пластырь, и он мне рассказывает, что этот пластырь, он творит чудеса, он чуть ли не геморрой лечит. Я говорю, вот таким образом, когда сюда клеишь, и он мне рассказывает, как за полгода можно заработать $1 000 000. Я говорю, это что? Он говорит, это сетевой, ты не понимаешь. Реально я не понимаю такого сетевого. То есть, и вот это все в копилку, вот оно и сформировалось, представление о том, что это для идиотов. Ну, то, что такого количества клоунов, как в сетевом маркетинге, одновременно и в одном месте, ни в одной индустрии не встретишь. По отдельности в каждой индустрии они встречаются. Но вот здесь они как-то в кучку умудряются собраться.
Слушайте, ну я вот могу вам сказать следующее. У нас, друзья, те, кто сейчас наблюдает за этим подкастом, я еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что этот подкаст строится по принципу просто такой дружеской беседы, ни в коем случае не интервью. Я вам хочу вот что сказать, Петр. Дело в том, что я человек далекий от сетевого маркетинга, я ближе как-то к средствам массовой информации, но я могу вам сказать, что вот сейчас вы описываете события 20-летней давности и больше. И я могу вам сказать, что сейчас очень многие люди воспринимают сетевой маркетинг вот точно такими же эпитетами, фразами и мыслями, как это описываете вы, хотя вы описываете события, которым на секундочку уже больше 20 лет. Ничего в этом смысле не поменялось. Но вы настолько классно это все рассказываете, что драматургия нарастает. И вместе со слушателями сейчас жду того переломного момента, когда и вот оно случилось, я в это поверил, и я там оказался. Я не поверил, я понял. Вот для меня это разные понятия. Вот, можно верить, не понимая, да, а я понял, а потом поверил. То есть я понял математику, потому что ну, я все-таки человек, который вышел из бизнеса и занимался предпринимательством, и очень сильно верю в математику. И вот Роман, он сумел мне объяснить математику этого бизнеса, потому что для меня реально было непонятно, откуда в сетевом бизнесе берутся деньги. Вроде бы я все понимаю. Надо взять продукт, потом его кому-то продать. Откуда миллионы? Ну да, надо еще кого-то позвать. Откуда миллионы? Эти там потом еще кого-то позвали. А откуда миллионы? И вот мне все это было непонятно. Роман мне первый объяснил. То есть, ну как, он объяснил на уровне возникновение у меня интереса разобраться в этой модели. А не на уровне, что я все понял. Вот. Мне стало интересно разобраться. И еще один момент. Роман и его партнеры, они у меня не стыковались. То есть, когда я с ними общался, у меня происходил разрыв шаблона. То есть, я воспринимал сетевика, это как человек с грустными глазами, в костюме, в котором трое умерло, который всякую ахинею несет там, и вот его мечта – это продать мне какие-нибудь добавки или еще какую-нибудь фигню, которая мне вот абсолютно не нужна. То есть, для меня весь сетевой, он укладывался во фразу кота Матроскина из Простоквашино. Вот, для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у меня денег нет. Да, у нас денег нет. Вот, то есть это вот для меня был принцип сетевого, мое восприятие. Тут разрыв шаблонов, люди не соответствуют, то есть нормальные, адекватные ребята, нормально одетые, нормально разговаривают, не пытаются мне что-то впарить, есть у них какая-то идея, цель, я вижу, они горят. И вот этот момент у меня заинтересовал. И дальше я начал искать ответ в литературе, там, в разных книгах. И вот как-то у меня так все это складывалось. И однажды я просто, ну, до меня дошло, я понял математическую модель этого бизнеса. Для меня стало понятно, откуда в этом бизнесе, как формируются товарно-денежные потоки, как формируется прибыль, каким образом она распределяется. И вот тогда для меня открылась полная картина сетевого бизнеса, в чем его колоссальный плюс. Потому что, ну, у меня был опыт очень маленькой работы по найму, и достаточно большой уже был опыт на тот момент времени, когда я пришел в сетевой, был уже опыт традиционного бизнеса, обычного предпринимательства. И вот там для меня открылась как-то вот эта индустрия совершенно с другой стороны. То есть я увидел, что, во-первых, принципы, заложенные в основу этой модели, они принципиально отличаются от принципов работы по найму, от принципов традиционного бизнеса, и что они уникальны, и что живучесть, индекс выживания, живучести этой бизнес-модели, он очень высок. Потому что я же еще и аналитику некоторого рынка проводил. То есть у меня же вот был 98-й год, в памяти очень свеж, когда бизнес, индустрия, частью которой я являлся за один месяц, просто с оборота там в несколько десятков миллионов долларов в месяц упало до несколько тысяч долларов в месяц, там буквально за 30 календарных дней, многие корпорации просто ушли с рынка, многие бизнесы закрылись, в принципе, а в сетевых самое максимальное падение было там товарооборота в 3 или в 4 раза. Но для меня это было все равно, что бизнес вырос. Ну, вот, и подобное падение. Мне стало это интересно, я стал разбираться, почему это произошло.
Вот. И, в общем, чем глубже я вникал в эту бизнес-модель, чем глубже я в нее погружался, тем больше я понимал, что это на самом деле, ну, действительно уникальная система, но ее уникальность открывается, ну, не для всех людей. Потому что в основном, ну, тут уже другие моменты, да, почему люди не зарабатывают. То есть абсолютное большинство, давайте будем откровенны, в сетевом бизнесе не зарабатывает, не достигает тех успехов, которых могли бы достигнуть. Почему это происходит? По одной простой причине. Люди не прикладывают мозг к тому, что делают. Сетевик – это такая же профессия, как любая другая, которой нужно обучаться, компетенции, навыки, которые надо у себя формировать, а люди почему-то предполагают, что можно сюда прийти и на банановой корке в рай заехать просто потому, что вот ты такой хороший. Но вот это не работает. И вот Роман меня заинтересовал, я стал разбираться, и однажды я просто понял. Понял, как это работает, понял именно сам принцип. А все остальное, это же люди. Я хочу вас в этом моменте немножечко прервать, потому что я себя ставлю сейчас на место тех, кто слушает этот подкаст. И наверняка он будет особо интересен тем, кто, ну, может быть, не в самом начале пути стоит, но, тем не менее, еще не достиг каких-то высот, которые, может быть, он себе в воображении нарисовал. Я немножечко углублюсь в начало нашего разговора. Если это не является тайной, а что у вас был за бизнес, от которого вы в итоге отказались в пользу сетевого маркетинга? Это является тайной или мы можем это рассказать? Да, мы можем это рассказывать. В общем, это не тайна, я это не скрываю. Я был региональным дистрибьютором корпорации HMI американской. Это продажа элитной бытовой очистительной техники. То есть по сибирскому региону. До кризиса это был очень и очень неплохой бизнес. Очень неплохой бизнес это был. Мы продавали бытовые очистительные системы, воздухоочистители, фильтры для воды. Вот. Но вот 17 августа 1998 года это все прекратило свое существование. Вот. И я вышел из этого бизнеса с минусом 250 тысяч долларов. Вот, то есть мне было 25 лет. И у меня был минус 250 тысяч долларов. Это были мои доходы. Так себе на самом деле новость для того, чтобы пребывать в хорошем расположении духа. Ну да, учитывая, что это был 2000 год. И люди, то есть банки тогда кредитов не давали, это были кредиты частным лицам, причем лицам, которым не отдавать нельзя. Я понимаю, о чем вы говорите. В некотором смысле не понаслышке. И вот, Петр, буквально 5 минут назад вы сказали о том, что не то чтобы вы поверили в сетевой маркетинг, вы сказали, что вы как человек с аналитическим складом ума просто посчитали и математически сами себе доказали, что это работает. И вы сказали о том, что есть несколько моментов, которые для вас стали ключевыми, такими показательными, после чего вы поняли, если работает это и это, значит, работает вся система, более того, она устойчива и обладает очень хорошим иммунитетом по отношению к различным рода кризисам, скачкам инфляции и так далее. Мы можем сейчас для особо нетерпеливых взять и вот эти вещи, к которым вы дошли в течение определенного времени, озвучить. Это устойчиво или я... Не то чтобы в это поверил, а это понял, что это работает, потому-то. Вот какие-то три ключевые или там четыре ключевые момента, которые сейчас нас заставят еще громче включить этот подкаст и с интересом слушать дальше. Я понял. Ну, давайте так. Их будет три по три, наверное, вот так приблизительно. То есть первое, что я понял. В основе этого бизнеса лежат три принципа. Первое. Все люди чем-то пользуются. То есть, в принципе, не требующие там, собирать конференции и что-то кому-то доказывать. Это факт. Это догма. Я имею в виду просто потребление каких-либо продуктов. Да. То есть все люди так или иначе тратят деньги на какие-то группы товаров, которые они пользуются в своей жизни. Еда, вода, косметика, бытовая химия, ну и так далее. Вот. Это первое. Первый принцип. Второй принцип. Которая лежит в основе этого бизнеса. Любой бизнес, чем бы мы ни занимались, это всегда торговля. Всегда. Назовите мне хотя бы один бизнес, где не торговля. Нет такого. Нет.
То есть, на самом деле, можно даже глубже посмотреть на эту ситуацию. По большому счету, наемная работа – это тоже торговля. Вот. То есть, человек продает свои навыки, свои компетенции, свое время за некую сумму денег. Справедливо. Работодатель покупает оптом, продает в розницу. Все. Вот. И когда люди говорят, торговля – это не мое, они на самом деле, ну, я не очень понимаю, о чем они в этот момент говорят. То есть с тех пор, как были придуманы денежные знаки, я уже не знаю, кто там, финикийцы их придумали древние или еще там кто-то, вот, но с тех пор, как появились вот номинал, денежный номинал, происходит вот этот обмен денег на что-то или что-то на деньги, вот цивилизация на этом стоит. Ну, давайте отменим торговлю на 24 часа. Просто запретим все торговые транзакции. Что произойдет с цивилизацией? Но мне не хочется употреблять термин «все схлопнется», но будет за сутки будет... Большая проблема. За сутки будет большая проблема, а дальше все начнет происходить, как это принято говорить у математиков, по экспоненте. Да, правильно. Вот. Итак, все люди чем-то пользуются, любой бизнес – это торговля. И третий принцип, который лежит в основе этого бизнеса – все люди общаются. Рекомендация. То есть так или иначе мы в своей жизни очень много делаем по рекомендации других людей и сами раздаем рекомендации, даже не задумываясь об этом. И это нормально. Есть даже такая статистика, что 80% товарооборота на самом деле совершается благодаря рекомендациям, а не агрессивной рекламе. Потому что там возьмите телевизионную рекламу, хотя даже в основе телевизионной рекламы всегда лежит рекомендация тети Аси, дяди Феди, ведущих стоматологов ассоциации или там еще кого-то. То есть всегда есть какая-то фигура, которая выступает рекомендатором. Вот, всегда. И это третий принцип, который лежит в основе сетевого бизнеса. То есть это вот первый такой кирпичик в понимании. Это раз. Вот. Второе. Арифметическая прогрессия, которая заложена в сам принцип сетевого бизнеса, когда я приглашаю людей, обучаю их тому, чему научился сам, и они начинают делать то же самое, что делаю я, и включается принцип дупликации, арифметическая прогрессия, она позволяет этому бизнесу на каком-то этапе расти по экспоненте. То есть это как круги по воде, да? То есть самый простой принцип арифметической прогрессии – это загадка из школьного учебника. То есть есть озеро определенной площади, да, и есть лилия, которая увеличивает свою площадь в два раза каждый день. То есть за какое время зарастет все озеро этими лилиями. То есть это очень простой принцип, который лежит в основе сетевого бизнеса. Вот, и люди реально, и вот мне непонятно, как люди этого не видят. Как они не видят, что можно позвать 5, 6, 7 человек, нормальных, адекватных, тебе не нужны сотни, тысячи, там, миллионы людей. Тебе нужно 5, 7 адекватных людей, способных что делать? Пользоваться продуктом, способных рекомендовать и понимающих, что то, чем они занимаются, это все-таки бизнес. То есть торговля, то есть организация какого-либо дела с целью извлечения прибыли. И обучив эти 5, 6, 7 человек, через какое-то время они превращаются там, в 5, 6, 7 сотен, потом в 5, 6, 7 тысяч, потом в 50, 60, 70 тысяч, ну и так далее. Да. То есть в моей структуре более 300 тысяч человек, собственно, я сам в этот бизнес позвал, ну, человек 50, наверное, может быть, ну, давайте так, сотню за все время. Ну, может быть, люди, я сейчас опять же себя пытаюсь поставить на место тех, кто только-только входит в этот бизнес или задумывается о том, чтобы это сделать. И вот мне какая мысль приходит в голову, может быть, они себя чувствуют так же, как вы себя чувствовали 20 лет назад, когда, по большому счету, в тебе отрицание больше, чем принятие того, что тебе говорят, сомнений больше. И, собственно, пока... Ведь фишка в чем? Пока ты во что-то сам не веришь, и это касается абсолютно всего, пока ты сам не поверишь в то, что ты можешь сварить дома больше без помощи жены, пока ты не поверишь в то, что ты можешь, я не знаю, там тоже выжать штангу 100 килограмм, потому что ты никогда этого не... Пока ты сам не поверишь в себя, ничего не получается. Может, просто эти люди, ну, не верят пока еще, поэтому они не готовы. Да, 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 все верно. Но для того, чтобы поверить в то, что ты можешь сварить борщ без помощи жены, нужно как минимум попробовать это сделать, правда? Справедливо, справедливо, абсолютно. То есть так же, как со штангой и со всеми остальными делами. Вот. То есть есть такая фраза, не помню, кому из великих она принадлежит. Мы верим в то, что видим, а видим то, во что верим.
Вот. И это вот очень справедливо по отношению к этому бизнесу. Если я хочу видеть, ну, скажем так, уродливость этой индустрии, я буду видеть ее. Если я хочу видеть не уродливость, а преимущество, я буду видеть преимущество. Мы можем вспомнить еще одну звездную фразу: «Красота в глазах смотрящего». Безусловно. Вот. А истина в ушах слушающего, а не в устах говорящего. Вот. Это, кстати, один из ключевых моментов, потому что очень многие люди, они... Вот, здесь мы, кстати, вот должны затронуть, наверное, вот этот момент формирования общественного мнения. От чего он формируется? От недообразованности людей в этой сфере деятельности. То есть человек не прикладывает усилий для того, чтобы научиться грамотно говорить о бизнесе, о компании, о маркетинге, о продуктах. Вот, а просто такой: все, здорово, ух ты, нифига себе, а давай я сейчас позову вот этого. И начинает человеку просто нести чушь. Вот. Человек адекватный смотрит на него и единственное, о чем думает, где тут выход. Вот. Быстрее бы сбежать. Вот. Такое сплошь и рядом. Потому что, смотрите, многих сетевиков называют сектантами. Вам приходилось сталкиваться с такой точки зрения? Зомби, сектантами, ну, то есть фанатиками. Да, Петр, я вам скажу, что я вас достаточно внимательно слушаю, стараюсь ничего не пропускать, даже какие-то вещи себе помечаю, чтобы потом уточнить. Вы же сами называли таких людей сектантами в начале нашего разговора. Поэтому чтобы мне приходилось встречать таких людей, я даже вижу перед собой такого человека только 20 лет назад. Вот. То есть, понимаете, в чем дело? Почему сетевики, люди, занимающиеся этой деятельностью, достаточно часто производят впечатление сектантов? А потому что у них аргументов ноль, логики ноль, только эмоции. И разница как раз вот в этом заключается. Сектанты, они эмоционируют, а предприниматели аргументируют. То есть, когда до меня это... Извините, ради бога, но у меня просто вот такой вопрос в этом месте возник. Ну, смотрите, если те люди, которые действуют на основании эмоций, а я с вами абсолютно согласен, что человек, который тебе эмоционально с вот такими глазами что-то, и здесь будет, наверное, уместно сказать слово «впаривает», тебе хочется скорее куда-то сбежать. Но если ты перед собой видишь человека, который тебе аргументированно что-то рассказывает, причем совершенно не пытаясь в этот момент что-то продать, а просто составляет с тобой беседу, то у тебя, если и не возникает желания тут же вступить к нему в команду, то во всяком случае нет чувства, что я не хочу с ним больше встречаться. Тебе хочется с ним еще раз пообщаться для того, чтобы узнать об этом побольше. Тогда у меня возникает вопрос. У меня возникает вот какой вопрос. Получается, что люди, которые попадают в вашу команду, или я сейчас под словом «команда» имею условно понимаю собрание людей некое, попадают в команду, но при этом у них эмоции на первом месте. Получается, что такие люди бизнесу мешают. Да, к сожалению, да. Так что же делать тогда вам и тем, кто... привык говорить обоснованно, приводить какие-то примеры, просто общаться, а не вот с такими глазами на эмоцию скатываться. Что делать с этими людьми? Ведь они же могут помешать и сформировать мнение о том, что это секта, и потом это мнение изменить будет после общения с такими людьми достаточно сложно. Как быть? Ну, на самом деле, мнение изменить не так сложно, потому что это всего лишь навсего мнение, которое опирается на какие-то знания, полузнания или незнания, в принципе. Вот, поэтому такому человеку, который попал под каток сектанта, ему достаточно просто аргументированно объяснить, и он посмотрит на это, на все с другой точки зрения и увидит какое-то здравое зерно. Вот. Тут, понимаете, Алексей, в чем дело? Вот что есть опыт? Опыт – это есть сумма накопленных ошибок. Вы согласны с этим утверждением? Я где-то вот такую же философию в этом смысле пропагандирую в своей жизни. Это так и есть. Вот, а это как бы не то, что чья-то философия, а если так посмотреть, это, ну, как бы, это истина, по большому счету. То есть опыт – это есть сумма накопленных нами ошибок. То есть мы совершаем какие-то действия ошибочные, мы анализируем, делаем выводы, делаем по-другому, получаем
правильный результат, вот он начинает формироваться опыт. Если уж проще, да, еще раз, опыт – это сумма накопленных ошибок. И вот когда человек… Опыт – это и сумма… Ну, дело в том, что опыт – это и сумма накопленных побед тоже. Потому что если мы имеем положительный какой-то результат, это тоже опыт, мы знаем, что мы можем попытаться сделать так, чтобы положительный результат мы начнем повторять, чтобы вновь прийти к тому же положительному результату. Вот. То есть опыт – это как сумма накопленных ошибок, так и сумма совершенных побед. Вот. И одно без другого, оно не существует. Вот. То есть, скажем так, я слабо себе представляю какой-то безошибочный путь. Он, наверное, невозможен по определению. Вот. Потому что мы не роботы, даже компьютерные алгоритмы способны ошибаться. То есть это нормально. И вот когда человек приходит в этот бизнес, мы можем заранее ему дать все. Более того, мы даже заранее все даем. Мы даем всю информацию, мы даем скрипты, мы даем алгоритмы действий, обучающие материалы, аудио, видео, тексты и так далее. Все полностью. Но есть, скажем так, особенность человеческой психики. Или не психики, наверное, а мышления. Что мы способны получить, услышать, принять ответ только тогда, когда у нас сформирован вопрос на этот ответ, запрос на этот ответ. То есть пока вопрос не сформирован в нашей голове, мы ответа не услышим. Его нам могут давать миллион раз, он для нас будет просто в одно ухо заходить, в другое выходить. Я это, помню, столкнулся с этим еще до сетевого в обычном бизнесе. То есть у меня было много переговоров, и они всегда заканчивались ничем. Потому что люди мне говорили, это дорого, мне надо подумать, там у нас сейчас нету денег, там и так далее. И я во всю эту фигню верил. Потом мне попалась в руки одна книжка, американская. Я ее прочитал просто уже от тоски, что называется. Ну, потому что у меня было стойкое убеждение, что это американская книга, написана американским автором для американского рынка, там, для американской ментальности, ну и так далее. Вот. И в этой книге я вдруг с удивлением обнаруживаю алгоритмы работы с, во-первых, определение возражения как такового, что мне надо подумать, это, оказывается, не ответ, а возражение, что нет денег – это не ответ, а возражение, что это дорого – это не ответ, а возражение, и что с этим можно и нужно работать. Не принимать как данность, вот, и не ждать там с моря погоды, вот, а брать свои руки и прорабатывать дальше. Вот. Я читаю эти вещи, и поскольку у меня был жуткий запрос, как с этим работать, я вот это читаю и тут же все это впитываю. Еду на следующие переговоры в этот же день, начинаю тут же это все применять, и бац, сделка, 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 сделка. Все работает. Приходят новички в мою команду. То есть там мы тоже строили группу дилеров, представителей торговых и так далее. Я их сразу же на входе этому обучаю. Я им объясняю, если тебе говорят вот это, ты говоришь вот это. Ты вот таким образом строишь переговоры. Вот так ты ведешь диалог. Вот здесь вот ты закрываешь сделку. Ну вот прям полностью все подстилаю, соломку везде. Вот прописываю все шаги. И что вы думаете? Не работает. А почему? А потому что человек не набил шишек, у него собственного вопроса не появилось, как это делать правильно, и он ответа не слышит. То есть для него это не является ответом, для него это является просто какая-то информация, просто радио что-то сказало, все. Вот. И вот то же самое в сетевом, я увидел это прямо воочию, я тоже пытался людей сразу научить всему, вот. Сразу вот все выдать, вот иди. А практика показывает, что человек должен... Вот для собственного роста, для собственного развития, для успеха он должен набить своих каких-то ошибок. Важно, важно его поддержать на этом пути, не дать ему соскочить, пока он там три попытки сделал, у него что-то не получилось, он такой, да ну нафиг, это не работает. Вот здесь нужно ему помочь, объяснить. Но человек должен сформировать у себя сам в голове вот эти вопросы. А что я говорю не так? А почему люди на меня так реагируют? Почему они трубки потом не берут? И так далее. И когда у него эти вопросы появляются, и ты ему показываешь ответы, он их видит, слышит, принимает и начинает использовать, и они у него начинают работать. Вот. К сожалению, это так. И поэтому... Ау. У нас просто немножко задержка есть из-за того, что мы по интернету закончить мысль. Я помню, что я хочу спросить, извините. Вот.
И поэтому, с одной стороны, да, люди, которые приходят и как сектанты на начальном этапе эмоционируют, они вроде бы как портят наш бизнес, но это, наверное, неизбежная, как это, ну, природный катаклизм, давайте это так воспринимать. Без этого не появится людей, имеющих вопросы и, соответственно, ищущих ответы, и нашедших их, начавших использовать и пришедших к результату. Вот так. Из этого всего я могу сделать такой вывод, вы меня поправьте, если я что-то услышал неправильно. То есть тот человек, у которого даже что-то не получается, это неплохой человек, просто это на данный момент человек без опыта. Слушайте, я всегда говорю подобные, такие вопросы звучат очень часто. Я всегда отвечаю, а вот у всех все всегда с первого раза получается? Безусловно, нет. Но просто дело в том, что это как раз вот второй момент, который я хотел уточнить. Вы затронули очень важную вещь, потому что, ну, опять же, я повторю, что я к сетевому маркетингу не имею никакого отношения, но это касается абсолютно всех сфер жизни. Если у человека что-то не получается, он пробует еще раз. Не получилось во второй раз, он может попробовать в третий раз. А дальше уже зависит от, что называется, характеристик или характера, или склада ума, или чего-то еще самого человека, вот каких-то его качеств. Один человек после третьей попытки говорит: «Все, нет, я устал, я ухожу». Другой говорит после десятой попытки. Вы произнесли важный момент. Вы сказали, что нужно такого человека, когда чувствуешь, что он сейчас уйдет, что вот он устал, у него не получается, нужно его подхватить и ему помочь, чтобы он все-таки попробовал еще раз, уже основываясь на своих ошибках, на своем опыте. А как вот можно уловить то, что этому нужно помочь вот после третьего провала, а этому нужно дать еще десятый раз провалиться, и тогда он будет готов воспринимать помощь? У меня есть собственный алгоритм действий в этом вопросе. То есть человек должен провести, сделать 10 встреч, 10 презентаций, и это для меня первая отсечка. Если по итогам 10 встреч у него по нулям, явно что-то надо менять. А такое часто бывает, что после 10 встреч по нулям? То есть если мы возьмем общее количество людей, 100%, в каком количестве процентов после 10 встреч по нулям? Здесь нужно ввести такой параметр, как время. Если, допустим, эти 10 встреч прошли в течение одной недели, один результат, если они растянуты на месяц, другой результат. Если человек за год это сделал, с ним даже разговаривать не надо. Вот. Почему? Потому что если человек сделал 10 встреч, допустим, за несколько дней, у него практический опыт проведения этих встреч, он намного выше. Ну, потому что суммируется. Это как если делать отжимания или приседания, допустим, раз в месяц, да, или каждый день. Есть разница? Справедливо, да. Вот, то есть здесь то же самое. И вот когда человек, то есть первая отсечка – это по времени. То есть если человек, допустим, за 5 дней провел 10 встреч, у него результат 0, все, надо с ним разговаривать. Надо вот вникать, что он делает не так. Он 100% что-то делает не так. Вот вы правильно абсолютно сказали, здесь критерии хороший или нехороший, способный или неспособный, они отсутствуют. Человек просто не умеет делать так, как надо. Все, надо его этому научить. Но смотрите, люди сюда приходят совершеннолетние, закончившие как минимум школу. Если человек способен запомнить, там, не знаю, страницу машинописного текста, а в школе учат стихотворение большего объема, да, потому что спроси любого, да, там, скажи-ка, дядя ведь недаром, Москва, спаленная пожаром, французу отдана была, там, основная масса продолжит. Или там, я помню, чудное мгновение, как там дальше? Продолжит. То есть если человек способен это выучить, то он точно способен научиться правильно говорить в этом бизнесе. То есть сетевой – это не бином Ньютона, это не теорема Ферма. Здесь не надо там андронный коллайдер строить. Вот здесь нужно просто научиться делать правильные вещи в правильном порядке. Все. Он несложный, этот бизнес. Это, кстати, одно из его преимуществ, которое меня тоже восхитило, что здесь отсутствуют абсолютно любые цензы для того, чтобы быть в этом бизнесе успешным. Возрастной, финансовый, образовательный и так далее. Единственное, что нужно, это желание человека. Все, если оно есть, то дальше нужно просто учиться. А вот если желания нет, то там хоть какой гений бесполезно. Может быть, неожиданный вопрос, но мне вдруг стало интересно. Если есть алгоритмы, которые работают, а они есть, безусловно, эти алгоритмы, которые работают, то не получится ли так, что человек, предположим, может убить в себе творчество? То есть, ну вот он
Хотел бы как-то презентацию сделать более творческой, но алгоритмы ему говорят: нет, ты, дружочек, действуй вот так, и тогда все будет хорошо. Забудь про свое творчество. Вот как с этим быть? Вообще, сталкивались ли вы с чем-то подобным? Конечно. Больше того скажу, я сам являюсь как бы продуктом этой системы. Вот, я, несмотря на свой математический и аналитический склад ума, человек достаточно творческий. То есть я всегда ищу новые подходы в бизнесе. Вот, но и не только в бизнесе. И когда я принял решение серьезно заниматься этим делом, то есть уже не просто вот продавать, да, вот эти тренинги, как я вначале рассказывал, а то есть системно строить дело, я начал экспериментировать. Причем у меня же еще какой бэкграунд. Я хороший продажник, у меня там традиционный бизнес за плечами. Вот, вы давайте-ка идите, наставнички, погуляйте. Я сам знаю, что как делать. Я кучу литературы прочитал. Я знаю все. То есть это вот был мой подход. В итоге за 2 месяца изобретение велосипеда творческим подходом, вот, я заработал 3000 рублей за 2 месяца. Рублей? Мы рублей, делаем... рублей. Не долларов, рублей, рублей, рублей. Вот, даже меньше, там, 2700. Вот. Это было 92 доллара, но по курсу на тот момент времени это было даже, наверное, 2500. Там в 2000 году какой там курс доллара был? Там 27, может быть, там, не помню. Mm-hmm. Вот. И я, естественно, сказал: да ну, это фигня какая-то, этот бизнес не работает. Позвонил Роману в 11 часов вечера. Вот, зацените, да, вот мою деликатность. Ну вот, сообщите, что я решил, в общем, уйти из этого бизнеса. Он говорит: а что так-то? Я говорю: Ром, ну я тут 2 месяца вообще пошу, как папа Карро, как раб на галерах, заработал 2500 рублей. Ну что смеяться, у меня семья, вот, у меня обязательства там кредитные, у меня там то все. Ну, короче, в общем, он говорит: давай чай попьем. Сейчас? Он говорит: да, прямо сейчас. А начиналось все с кофе, заметьте. Да-да-да-да-да-да. Ну, вечер. Вечер. Ночь практически. Я понимаю. Да, мы с ним пили чай в 12 ночи. Вот. А если вы в Новосибирске? Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, если это интересно тем, кто слушает подкаст. Но сам я из Новосибирска и хорошо знаю Новосибирск. Да-да-да. Шемрак, помните? Конечно, безусловно. Шемрак – это на недалеко от цирка какая-то улица. Да-да-да, на улице на Рымской. На Рымской, да. Угу. Да. Вот, в Шемраке вот, 12 ночи мы пьем чай вот с Ромой. Он говорит: а что ты решил уйти-то? Я говорю: Ром, ну, слушай, я целые 2 месяца, в общем, делал этот бизнес. Вот. В общем, как бы меня не устраивает результат. Он говорит: хорошо, а скажи, пожалуйста, а ты вот это делал? Я говорю: ну, нет. А это? Нет. А это? Нет. А это? Нет. А тебе говорили? Ну, да. А почему не делал? Ну, я своим путем пошел. Он говорит: смотри, ты все делал неправильно и умудрился заработать. Я говорю: ну, да. И вот в этот момент у меня начинает приходить осознание, что я, похоже, сам дебил. То есть я не делал ничего того, что надо делать. Я делал вообще все другое и при этом еще умудрился заработать. Он говорит: а если ты будешь работать по системе? Я говорю: что, хочешь сказать, что получится? А он мне говорит: давай заключим сделку. 2 месяца ты работаешь по системе, вот четко, как мы договариваемся. Проводишь встречи так, как вот есть алгоритм встречи. Вот делаешь все как вот по системе. Если через 2 месяца у тебя нет результата, все, как бы бьем по рукам, в общем, остаемся друзьями. Вот, если есть результат, ну все, работаешь дальше. Я говорю: ну давай попробуем. Мы ударили по рукам, и 2 месяца я работал по системе. А через 2 месяца чек был 1500 долларов. Просто работая по системе. И вот тут я понял, я стал потом со многими своими ключевыми людьми заключать такую же сделку. Потому что мне тоже, ну, вот то, о чем вы сказали, да, вот это вот желание творить там и так далее, оно, ну, неизбежно, оно есть в каждом человеке. При этом тут же еще комплекс отцов детей, наверное, включается, да? Да, конечно, конечно, абсолютно. Вот, то есть, типа, я сам знаю и так далее. Ну, опять же, я жертва, да, вот этого же самого синдрома. Сам через это прошел. И я со всеми ключевыми людьми заключал сделку. С некоторыми сразу на входе это удавалось сделать, с некоторыми после того, как они, как я, получили отрицательные результаты, были готовы уйти. Вот. То есть я заключал сделку. Я говорю: смотри, давай так, до чеков 1000 долларов ты работаешь в жесткой системе. Научишься зарабатывать 1000 долларов, поймешь основные принципы, как здесь зарабатываются деньги, как строится этот бизнес, дальше начнешь экспериментировать, творить как хочешь.
Вот, до первой тысячи я тебя гарантирую довести, но только в том случае, если ты четко следуешь моей системе. Все работает. Вот. Люди потом включают творчество. Они, понимаете как, они начинают творить, потому что мы не даем абсолютные скрипты, да, то есть что вот там с первой заглавной буквы и до финальной точки. То есть мы даем пункты, что нужно сказать об этом, об этом, об этом, об этом. А внутри этих пунктов ты своими словами все говоришь, своими словами все доносишь. И люди научились творить. Они создают там свой контент, они создают свои обучающие мероприятия. Но они все равно в рамках вот этой вот модели, которая приводит к результату, которая работает. Это как в спорте. Ты можешь хотеть экспериментировать, но если ты начнешь экспериментировать без основной базы, поставленной тебе тренером, ты, скорее всего, поломаешься. Ну, или можно привести пример с правилами дорожного движения. Да? Ты едешь, соблюдая скоростной режим, на те сигналы светофора, на которые нужно ехать, но ты можешь из пункта А до пункта Б доехать по кратчайшему пути, а можешь, если тебе захотелось посмотреть на Обское водохранилище, отправиться по плотине. Да? Я понимаю, что В отношении машины я еще привожу такой же пример. Я говорю, смотри, вот есть набор действий, который необходим для того, чтобы машина поехала. То есть залить бензин, сесть, завести передачу и поехать. Вот. А ты можешь делать все то же самое, но в другой последовательности. И в итоге это превратится, что ты сидишь и как вот этот ребенок, знаете, машину изображает. И никуда не едешь, если ты нарушаешь последовательность, если ты нарушаешь алгоритм. Научись ездить на велосипеде, дальше будешь трюки творить. Но для того, чтобы научиться... Вот видели этих велосипедистов или там скейтбордистов или роллеров, которые там чудеса творят на своих этих снарядах спортивных? Но в основе-то лежит база, когда он сел на этот велосипед и учился крутить педали для того, чтобы из точки А в точку Б переместиться без падения. Вот эту базу, ее нужно получить. Дальше... Какие хочешь трюки изобретай. Научись делать базу. Тут же еще знаете, какой принцип лежит в основе сетевого бизнеса? Что любые действия, которые ты совершаешь, они должны быть повторимы. То есть ты должен делать то, что смогут повторить другие люди. Если ты делаешь что-то абсолютно уникальное, что не способны в основной своей массе повторить любой человек, твой бизнес никогда не будет самостоятельным. Ну, вот. А это еще одно из преимуществ сетевого, то, что этот бизнес способен к саморазвитию и к саморазмножению без твоего участия, если ты его правильно запустил. Это то, что невозможно в традиционном бизнесе. Мне в голове есть два вопроса. Я начну немножечко в неправильной хронологической последовательности, но так, наверное, будет сейчас уместнее. Вы упомянули о том, что вот человек идет на встречи, там одна встреча у него не получается, вторая не получается. По вашей системе нужно подождать, пока человек в определенный промежуток времени проведет 10 встреч, и после этого уже попытаться ему как-то помочь. Но есть же вот еще какой момент, как мне кажется, важный. Почему у человека не получаются встречи? Потому что он неправильные какие-то аргументы высказывает или скатывается, как мы уже сегодня сказали, в эмоции, или еще что-то делает не так. И очень часто, я практически в этом уверен, если это не так, поправьте меня, он сталкивается с тем, что сейчас принято называть словом «хейтер». Он сталкивается с тем, кто просто его хейтерит, ненавидит, презирает как представителя какой-то там секты и так далее. Как можно бороться с хейтерами? Это такой первый подвопрос. А второй подвопрос. Я знаю, что часто те, кто приходит в сетевой маркетинг, они сначала начинают общаться со своим ближним кругом. Это родственники, это друзья. И здесь происходит масса конфликтов. Во-первых, к этим людям проще всего пойти, потому что они ближе всего. Но от них... по шапке тебе с большой вероятностью надают. Вот есть ли здесь какие-то рекомендации, что следует делать, если ты идешь к друзьям, к родственникам? Или, например, не стоит с них начинать, нужно пойти к кому-то другому. Коротко, как сделать так, чтобы на первых встречах было ненависти к тебе, ненависти в кавычках, как можно меньше? Первое. Нужно выучить первую встречу наизусть. Алгоритм первой встречи.
который есть в NBS-лифте, в обучающей системе. То есть ты должен это выучить наизусть. Это первое. Второе. Ты должен принять тот факт, что не все люди должны подчеркивать, да, это не очень хорошее слово, должны за тобой пойти. То есть нет, это нормально. Мы же говорили о том, что нет, это просто пока нет. Это тоже нормально. Третий момент. Я настраиваю каждого новичка на то, что первые 10 встреч он делает не для того, чтобы получить результат в бизнесе, а для того, чтобы набить шишки и получить опыт. Вот. То есть это как? Ну, ты приходишь в спортзал после долгого перерыва, и ты понимаешь, что ты идешь, и у тебя будет все болеть. Это нормально. То есть через это надо пройти. Вот, ну, как бы я это объясняю людям и стараюсь до них донести, почему это важно. По поводу родственников и друзей, я здесь не готов что-то рекомендовать по одной простой причине. Все люди разные, и у всех ситуация разная. В основе конфликтов с родственниками и близким окружением в отношении предложения сетевого бизнеса лежит, как правило, завышенное ожидание со стороны новичка к своему близкому окружению. А люди почему-то априори считают, что их близкое окружение должно позитивно, положительно, адекватно воспринять их предложение, забывая о том, что у близкого окружения сформировано представление о них. А люди зачастую общаются не с людьми, а со своим мнением об этих людях. Абсолютно справедливо. Абсолютно. Все. То есть новичок почему-то об этом забывает. И я тоже стараюсь новичку донести эту мысль. Да, иди к родственникам, но ты не жди от того, что они родственники, они должны по умолчанию тебя поддерживать. Почему? С чего ради-то? Вот. Это же нормальная ситуация, когда там муж или жена приходит и говорит: о, я нашел тему, снова сетевой бизнес. Она говорит: а, снова решил стать миллионером. Понятно. Потому что до этого у тебя уже были какие-то попытки это сделать. Вот. И родственники имеют право на свое скептическое суждение, потому что они тебя в трусах видели, ну, извините за аллегорию. А так и без... по большому счету, да. Ну вот. То есть ты для них, то есть человек не из менее близкого окружения, он иногда способен более адекватно воспринимать то, что ты ему говоришь, по причине того, что над ним не давлеет его мнение о тебе. Вот. Но и опять же, мнение, оно всегда формируется за счет того, как ты выглядишь, как ты говоришь, что ты говоришь. Вот. То есть этому тоже нужно уделять должное внимание. Вот. Если ты где-то между делом рассказываешь о том, там, с бутылкой пива в руках, что тут, короче, есть такая тема, можно заработать по-быстрому бабла, срубить и даже тачку в подарок получить, ну, не надо ждать адекватную реакцию на подобное предложение и на восприятие твоими оппонентами этого бизнеса как серьезного. То есть то, как ты его позиционируешь, они вот так и воспринимают. Ну, вот. Но родственники – это хороший тренажер. Потому что, скажем так, большего негатива, чем от родственников, наверное, получить нельзя. А это опыт. Вот. Потому что негатив или позитив – это же эмоциональное восприятие, эмоциональная оценка, собственно, ну, происходящего. То, что, понимаете, вот мне отказали 45 человек, прежде чем 46-й согласился. Вот. Ну, плохо же, 45 отказали. А сейчас я говорю о том, что это было, ну, это один из лучших моментов в этом бизнесе, потому что если бы они не отказали, я бы, наверное, позже пришел к более глубокому и правильному пониманию этого бизнеса. А тут я начал задумываться, почему 45 человек, ну, они явно не дураки, вот, воспринимают меня как идиота. Почему они просто убегают со встречи? Ну, очевидно, что это не из-за бизнеса, а из-за того, что я, видимо, что-то не то говорю и не так говорю. Поэтому негатив или позитив – это просто опыт. А вот как его воспринимать – это наша эмоциональная оценка. Вот. И поэтому для новичка результат, ну, прям практические навыки. Первое – выучи наизусть встречу, прям реально проговори. Я разговаривал с чайником. То есть я чайнику проводил встречу несколько раз, чтобы научиться это делать. Ну, чтобы не вспоминать, что ты там должен вот дальше сказать. То есть на это требуется час времени, ну, два. Ну, для особо одаренных – три. Ну. А дальше. Просто проводи встречи. И не старайся с одной встречи стать миллионером. Понимай, что это опыт. Ну, вот боксер выходит на ринг. Ну, неужели он думает, что он всегда будет побеждать? То есть прежде чем у него будет первая победа, он должен по сапатке несколько раз получить. Это нормальный процесс. Ну, это в любой деятельности так. Ну, поэтому, ну, это просто нужно людям на входе объяснять нормально, что да –
Будут отказы, будут возражения. Это нормально. Первые 10 встреч для того, чтобы ты просто понял, как это говорить. Не жди от этого результата. Не переживай, ты не потеряешь этих людей. Потом, когда ты научишься правильно говорить, ты к ним вернешься. И они увидят перед собой тебя другого, который способен вот так вот любые их возражения закрыть, просто объяснив аргументированно, как правильно работает этот бизнес. Но если ты сейчас этого не сделаешь, ты этому никогда не научишься. Все. Ну, адекватные люди это понимают. Вот. Это для меня любой человек адекватен по умолчанию, пока не доказал обратного. Ну, вы, очевидно, Петр, потому и лидер, что вы достаточно самокритично в нужные моменты настроены. То есть поражение для вас не поражение в прямом понимании этого слова, а это возможность разобраться, что я сделал не так, почему я в этот момент проиграл. Так а вы понимаете, что на самом деле любой проигрыш – это временное явление, а финальным является капитуляция. И капитуляция от поражения очень сильно отличается. И когда многие люди говорят, что они проигрывают что-то в этой жизни, они не проигрывают, они капитулируют. Они отказываются от последующих действий, вот, называв это поражением. А на самом деле они просто капитулировали. Лапки подняли и все. Я не знаю, насколько вы часто произносите вот именно такую фразу. Это не поражение, это капитуляция. Но это сильная фраза, я хочу вам сказать. Она как-то может задеть прямо за что-то внутри и заставить человека сказать, да какого черта, да я сейчас не капитулирую. Пусть это будет еще одно поражение, я иду дальше. Знаете, возможно, я когда занимался продажами до прихода в сетевой, у меня вот достаточно хороший бэкграунд, это прямых продаж. Мне там рассказали байку. Ну, не знаю, байка это, не байка, и реальная история, нереальная. Но она меня как-то, ну, не то чтобы смотивировала, но заставила, наверное, правильно воспринимать то, чем я занимаюсь. Мальчик ходил и продавал книги от дома к дому. И, ну, очень мало кто покупал. Большинство отказывалось. И он однажды просто посчитал, что у него покупают книги в каждом 50-м доме. И после этого для него все поменялось. То есть, когда ему отказывали, он радовался. То есть, он знал, что ему нужно пройти 49 отказов, чтобы получить 50-е «да». И когда ему отказывали, он говорил, о, супер, все, минус один, минус один, минус один, минус один. И чтобы быстрее дойти, и он торопился набрать больше отказов, чтобы быстрее прийти вот к этой сделке, к 50-й. Вот. И меня это сильно тогда как-то, ну, не то чтобы, знаете, замотивировало, наверное, другое слово объяснило, подвело какую-то статистическую и математическую основу под то, чем я занимался. Вот. И когда я начал серьезно уже заниматься сетевым бизнесом, там была задача за месяц построить структуру 100 человек. Тогда, ну, была такая квалификация, там, 100 активных менеджеров в календарный месяц. Мы стартовали с 8 менеджеров. То есть нам не хватало 92 человека до этой квалификации. И я написал листочек, повесил его на стену, вот, где написал 100, 99, 98, и вот от 100 до единицы. И каждого зарегистрированного человека я вот помечал 100, 99, 98, 97. Вот. И то есть я видел, как бы, как это все убывает, и, в общем, все. Мы закрыли эту квалификацию. Понятно, то есть это не алгоритм успеха, это просто отношение к тому, что ты делаешь. Нет, слушайте, это на самом деле очень хороший момент, потому что когда вы сказали о том, что вам нужно было собрать 100 человек, прошу прощения, первое, что приходит в голову, это начать считать так, как мы привыкли. 1, 2, 3. И тогда действительно восприятие совершенно другое. Тебе кажется, ой, до сотни еще очень далеко. Но когда ты идешь в обратном порядке, 100, 99, 98, позитива в этом гораздо больше. Хотя, по сути, это тот же самый счет, только наоборот. Все то же самое, только наоборот. Это круто, это круто. Я вот еще о чем хотел спросить, но здесь мы немножечко должны будем переместиться в начало нашего разговора. Сколько прошло времени с того момента, когда вы самому себе, поняв то, что с математической точки зрения сетевой маркетинг работает, вот вы сказали себе, да, я попробую этим заниматься, и до момента, когда вы сказали, да, я остаюсь, мне это нравится.
Вот тот момент, это были те $1500, когда вы побеседовали с Романом ночью и прошло 2 месяца, или позже это случилось? Нет, это вот, сейчас скажу, с момента, как я принял это решение, до момента, когда я принял решение, что я занимаюсь этим, ну, без обманов самого себя, потому что поначалу я себе говорил, ладно, я сейчас попробую это делать, там, что-нибудь там, как-нибудь. Вот, прошло, сейчас скажу, сколько, 6 месяцев. Полгода, ну это, и за полгода вы на какую сумму заработка вышли? На, ну, где-то на $1500 в месяц. И вам, вас этот результат устраивал, ну, в смысле, на тот момент? Нет, он меня не устраивал, почему? Потому что у меня минимум необходимый был 2,5. Вот. А больше того, эти 1500 через 2 месяца превратились в $150. Ну, то есть они, все, первая структура, которую мы построили, она развалилась. Почему? Это длинная история. Это нарушение... В двух словах, если коротко, то почему? Если в двух словах, то в сетевой бизнес тащить принципы традиционного предпринимательства нельзя. Вот. Один из принципов традиционного предпринимательства, продвигаемый, причем предпринимателями, звучит таким образом. Если хочешь, чтобы что-то было сделано, сделай это сам. Я следовал этому принципу. Вот. Я построил структуру, в которой было 300 с лишним человек. Я всех знал по имени и фамилии, помнил их ID и знал, под кем они находятся. Почему? Потому что я их сам всех подписал. То есть ко мне вели навстречу людей, я их подписывал, регистрировал, я им доказывал. Я офигенно научился проводить встречи, то есть просто высший пилотаж. Вот. А мои люди этому не научились. Они только научились приводить. А потом, когда я сказал, ну все, все построено, теперь давайте сами. Вот. Я думал, как дальше все само. Оно все само успешно развалилось, потому что люди знали только, как приводить. Они не знали, как проводить встречи. И это схлопнулось все мгновенно, за 2 месяца. Вот. Но поскольку уже был опыт, и уже был, как это, опыт системного анализа своих действий, мы посидели, посоображали с Леной и поняли, что, ну, собственно говоря, мы сами заложили мину замедленного действия под свой бизнес, когда в желании достижения очень быстрого результата заменяли собою людей, не придавали внимания обучению этих людей, формированию у них собственных навыков. Вот, чтобы они были способны самостоятельно дальше вести бизнес без нашего участия. Из-за этого структура развалилась. То есть дальше мы начали строить уже с новым пониманием. Мы вернули этот результат буквально через 3 месяца. И еще через год у нас был чек $10000 в месяц. И 80% нашего бизнеса работало абсолютно самостоятельно. Вы мне сейчас, Петр, напомнили историю. Я, опять же, не знаю, правда это или нет, но... Как говорится, интернет врать не будет. Когда Генри Форд, ну, уже имел бизнес достаточно крупный, когда у него уже разросся, и было несколько заводов по производству автомобилей, говорят, что он собирал всех директоров заводов на теплоходе для того, чтобы прокатиться, отметить, собственно, успехи бизнеса компании. А на самом деле у него была такая цель. В тот момент, пока они катались с директорами заводов на этом теплоходе, его специально обученные люди следили за тем, как дела идут на заводах. И на тех заводах, где в отсутствии директора все шло хорошо, он этого директора оставлял. А если в отсутствии директора все шло плохо, он этого директора пытался поменять. Вот вы мне чем-то напомнили эту историю, я, правда, не знаю, правда это или нет, с Генри Фордом. Ну, я слышал эту историю не про Генри Форда, а я знаю, что в некоторых крупных корпорациях действительно существует такой принцип проверки топ-менеджмента, когда топ-менеджера убирают на какое-то время, и если его отдел начинает работать лучше, его увольняют. Если начинает работать хуже, его увольняют. Если все работает, как работало с ним, так же и без него, его повышают. Потому что в первом случае он... все завязывает на себя. Вот. Во втором случае он не видит точек роста в своем отделе, вот. Не позволяет людям развиваться. В третьем случае он сделал систему, которая способна
работать самостоятельно, он молодец. В этом и есть суть менеджмента. Вообще весь менеджмент для меня можно свести к трем принципам. Первое – это четко поставленная, сформулированная задача. Второй принцип – это выбор правильного человека для реализации правильно сформулированной задачи. И третье – это контроль и мотивация правильно выбранного человека на пути реализации правильно сформулированной задачи. Все. Три принципа. Вот для меня весь менеджмент упирается в эти три, сетевой менеджмент упирается в эти три закона. То есть, опять же, исходя из того, что любой человек в сетевом бизнесе, он потенциально может стать миллионером, просто кому-то для этого требуется больше времени. Ну, потому что человек должен сформировать свое мышление. Знаете как, человек работает по найму за 30 тысяч рублей с 9 до 6, и потом 2 часа занимается сетевым бизнесом в надежде заработать миллион. Ну, это глупо. Понимаете? То есть... Понимаю, да. Я всегда провожу аналогии, ну, там, с чем-то вроде... Я понял, что вы также приблизительно делаете автомобилями, со спортом. Это все равно, что... Мы сегодня с Леной, кстати, в этом разговоре, в подобном разговоре про это вспоминали. Это все равно, что ходить на тренировки раз в месяц и выкладываться там, стараться там от и до. Или ходить, пусть не так часто, но каждый день. И в итоге ты добьешься большего успеха. Это совершенно очевидные вещи. Здесь даже и спорить не о чем. Так оно и есть. Угу. Петр, у нас еще есть время, да, немножечко? Ну, да, да. Хорошо. Потому что вы потрясающий собеседник. Вас хочется слушать и слушать. Вы коснулись сейчас вот какую тему. Вы сказали, что любой может потенциально стать миллионером. Только одному для этого нужно столько времени, другому в 4 раза больше. А третий может только мечтать о том, а в итоге у него никогда ничего не получится, потому что он 2 часа после работы этим занимается. Ну, например. И супруга Елена сказала, что у вас была цель к 30 годам, поправьте, если вдруг такая неточность есть, к 30 годам стать долларовыми миллионерами. И вы этой цели достигли. Пока все правильно. Да. И я Елене задал вот какой вопрос. Это, наверное, опять же касается разных сфер нашей жизни. Вот у нас есть какая-то цель. Вот мы к ней идем. Нас мотивирует то, что эта цель у нас есть. Мы чувствуем, как она приближается. Мы ведем этот обратный отсчет, 65, 64, вот она скоро будет, эта единица, и мы получим то, что мы хотим. И вот мы получаем этот самый миллион долларов. И вроде как мы чего-то достигли, как в этот момент, ну, не угаснуть? То есть что вы сделали для того, чтобы, получив желаемый результат, как-то, я не знаю, получить новые силы, идти куда-то дальше, какая у вас была следующая цель. То есть что произошло дальше, что позволило вам оставаться на позитиве, что называется? Ну, смотрите, тут, ну, во-первых, как пел Высоцкий, выше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Да? То есть это, тут с этим не поспоришь. Это первое. А второе, во-первых, это в 25 ты думаешь, что миллион долларов – это много. На самом деле я с вами не соглашусь. Если мы сейчас выйдем на улицу и спросим у 10 первых попавшихся нам людей, причем мы с вами заранее договоримся, что мы будем опрашивать только людей старше, предположим, 40 лет. Много или мало – миллион долларов. Я уверен, что высока вероятность того, что все 10 скажут, что это много. Я больше того уверен. Если опросить 100 человек на улице, первых встречных, 99 скажут, что это много, а 100-й просто не поймет, о чем его спрашивают. Тут, понимаете, в чем дело? Это же была такая абстрактная цель. То есть я хочу миллион долларов. Я даже больше того могу объяснить, почему я его хотел, этот миллион долларов. Потому что я его видел вживую. То есть, когда мне было там 21 или 22 года, сейчас уже можно говорить, там срок давности прошел, вот, мы ежедневно конвертировали рубли в доллары, ну, потому что волатильность курса была очень высокая от продажи, то есть ежедневно вот тот кэш, который мы получали от своего бизнеса, мы его конвертировали в валюту, складывали, ну, вся Россия тогда так жила. Да, вся Россия и сейчас так живет.
Ну, может быть. И я это делал с ребятами, которые, ну, вот валютчики. То есть сейчас уже их нету, да, вот этой, как бы, а вот раньше вот эти ребята, которые на рынках, там, везде, где-то, ну, а для бизнесменов это были специальные люди, которые приезжали там на машинах и, то есть там, ну, в общем, каждый день я менял деньги, вот, которые вчера были заработаны, то есть на следующий день утром я встречался с нашими контрагентами по валютным операциям. Мне нравится термин «контрагент». Да-да-да. И однажды, это случилось раньше обычного времени, то есть, потому что мне надо было куда-то ехать, и мы с ними договорились там на 9 утра. Вот, я сажусь с ним в машину, они открывают чемодан, говорят, сколько у тебя сегодня? Я говорю, парни, сколько здесь? Они говорят, миллион. Я говорю, миллион долларов. Они говорят, да. Я говорю, вот просто не ржите сейчас, не смейтесь, дайте подержать. Вот. Они засмеялись и дают мне этот чемодан. Вот я его взял, поставил на колени, открыл, руки положил, то есть посмотрел, сколько это, что это немного на самом деле в объеме. То есть для меня миллион долларов казалось чем-то просто несусветным, а тут я смотрю, что это на самом деле не такой же большой чемоданчик. Вот. Их спросил, я говорю, а как вы это воспринимаете? Он говорит, мы это воспринимаем как бумагу, потому что иначе с ума сойдешь. Вот. Но это их восприятие. То есть я увидел, как выглядит миллион долларов, я понимал, что это, сколько это весит, сколько это в пачках, сколько это в объеме, в сантиметрах, квадратных и кубических. Вот. И у меня была задача, то есть да, я должен заработать эту сумму денег. То есть, во-первых, я увидел ее, что она реальная. Вот. А большинство людей, почему вот встреченных на улице, скажут, что это очень много денег, это нереально, потому что они никогда в жизни этого не видели, они даже не представляют, сколько это. То есть для них это какие-то такой сферический конь в вакууме, этот миллион долларов. Ну, вот. Я конкретно это представлял. Вот, понимал. И была эта четкая цель. На самом деле, когда мы заработали первую $1000, я в тот момент понял, как зарабатывать $10000. Когда мы заработали $10000 в месяц, я понял, как это превратить в $100000. То есть механизмы. Вот. А дальше я понимал, что миллион долларов – это просто вопрос времени. Вот. И к тому моменту, когда мы его заработали, к поставленному сроку внутри себя, у нас уже были сформированы другие задачи. То есть мы понимали, что этот миллион – это просто, ну, как бы вот одна ступенька, которую надо пройти, а есть следующая ступенька. Вот, это первый момент. Второй момент – когда ты заработал сам, один из принципов сетевого бизнеса – ты будешь успешен тогда, когда будут успешны люди, которых ты за собой ведешь. То есть у нас появился интерес, мы стали коллекционировать людей, которые заработали миллион долларов в нашей команде. Вот, и мы стали прямо перед ними ставить такую задачу и помогать им это сделать. То есть вот, строить команду миллионеров. То есть, а там уже интерес другой. Потому что на самом деле потом был интерес выйти на миллион долларов в год дохода. Вот. А дальше уже по большому счету, понимаете как, ну, зарабатываешь ты миллион долларов или 3 миллиона долларов, ты уровень жизни людей одинаковый. Так и есть. То есть, ну, да, просто там, ну, условно говоря, один там будет 3 месяца ждать, чтобы что-то купить, ну, а тебе там полгода надо подождать. Ну, уровень жизни одинаковый. Все. Вот. И дальше это уже просто вопрос количества знаков, которые... И дальше интерес уже появился не в деньгах, которые ты должен заработать, себе положить, а в построении дела, вот прям большого дела, за которое, ну, построив которое, ты можешь гордиться. Да? То есть вот есть же притча вот эта про, опять же, библейская она или какая... Когда идет путник и видит людей, которые там камни ворочают, таскают, он подходит к одному и спрашивает, ты что делаешь? Он говорит, я вкалываю, понимаешь, вот за копейки, таскаю камни. Он подходит ко второму и говорит, а ты что делаешь? Он говорит, я деньги зарабатываю. Вот сколько перенесу, столько заработаю. Он подходит к третьему, а ты что делаешь? Он говорит, я храм строю. Вот, подход разный. Люди делают одну и ту же работу, но вот этот подход, он позволяет не сгореть. То есть, когда ты живешь только ради денег, то вопрос времени, когда ты сгоришь, это исключительно вопрос времени, не больше. А если ты действительно хочешь добиться чего-то большего в этой жизни, то ты должен, наверное, найти свой храм, который ты будешь строить. Вот, может быть, это, конечно, как-то философски сейчас звучит. Нет, но... это очень хорошо, на самом деле. Это, ну, может быть, конечно, это и философски, но это очень хорошо. Вот, и я когда сейчас вижу молодых ребят, которые там говорят мне такие вещи, я пришел в сетевой, чтобы зарабатывать, сейчас у меня вот здесь не получается, пойду вот туда и так далее, они вот как тот второй человек,
они просто деньги зарабатывают. И вопрос, когда они сгорят в этом бизнесе морально, это вопрос времени, это произойдет. Это однозначно произойдет, потому что когда ты только зарабатываешь деньги, рано или поздно наступит момент, когда ты будешь готов идти по головам, предавать. Как говорил Ришелье, вопрос предательства – это вопрос цифр. Все. Вот, поэтому вот этот миллион долларов, он, как бы, он на самом деле перестал быть интересен уже до того, как мы его заработали. Потому что сместились акценты и сместились ценности, поменялись. Ну или, скажем так, другие ценности вышли на первый план. А где-то, знаете, наверное, лет через 12, ну вот где-то на 12-м году бизнеса, я понял такую вещь для себя, что величие бизнеса определяется не продуктом, не маркетингом, не офисами. Величие бизнеса определяется величием людей, которые этот бизнес делают. Их ценностями, их принципами, их качествами. И что вот если есть люди, ну вот величие, я не знаю, может быть, я неправильно сейчас слово подбираю, но у меня вот в голове оно так сложилось. Это их отношение к миру, к людям. Это такая совокупность некоторых там черт, навыков, характеристик характера, там, ну, каких-то вот сторон характера. Вот. Если люди по-настоящему велики в своем желании сделать что-то хорошее, то у них можно забрать все, они смогут все равно это сделать. Они найдут. Они найдут продукт, они найдут команду, они найдут инструменты, решения. А если во главе угла стоят только, исключительно только деньги, вот если мы говорим о сетевом бизнесе, то этот бизнес обречен на вымирание рано или поздно. То есть это вопрос исключительно времени. Потому что вот в сетевом так нельзя. Может быть, в традиционном бизнесе так можно. Потому что там деньги – это те метрики и те характеристики, на которые бизнес опирается. А в сетевом есть много-много-много людей, у каждого из которых есть его жизнь, его желания, его страхи, его комплексы, вот, его мечты, его цели. И если вот в этой гигантской общности людей убрать ценности, убрать принципы, убрать мораль, оставив только деньги, эта общность, она умрет. Я это видел много раз в этом бизнесе, в других компаниях. И в нашей компании я видел это тоже в том числе, потому что отдельные структуры пытались себя так вести. И их путь закончился. Они развалились. Ну, как-то так. Не знаю, понятно сказал, нет? Очень понятно. Я не совсем согласен с тем, что это действует в большей степени в сетевом бизнесе, а в обычном. Потому что просто... У меня есть Алексей, профдеформация. Я 20 лет сетевик. Я понимаю. Просто вы сейчас рассказываете об этом, Петр, а я вспоминаю, у меня есть один знакомый, который уехал за границу, оставив здесь вообще все. У него был бизнес, у него было все достаточно успешно. Он все бросил, взял семью и уехал за границу. И мы после того, как он уехал, общаемся с ним по скайпу. Я говорю, слушай, ну как так? Вот ты взял и уехал, вообще бросил все. У тебя здесь и доход был. И квартира хорошая, и положение, и город, в котором ты жил, был хорош. А ты вот вдруг уехал. Как ты там будешь жить-то дальше? А он говорит, понимаешь, если я, руководствуясь своими принципами построения бизнеса, смог это построить один раз, я это смогу построить где угодно второй раз. И он точно так же относится к бизнесу не с точки зрения зарабатывания денег, хотя это, безусловно, неотъемлемая часть, а в первую очередь с точки зрения того, что он, ну, давайте вернемся к той самой притче, он знает, что он строит свой храм. Ну да. Ну вот, какой бы сейчас классный у нас финал был нашего подкаста, но вообще, Петр, я хочу вам открыть небольшую тайну, и тем, кто этот подкаст слушает или смотрит, я не знаю, в каком варианте будет доступен, ни одного вопроса из тех, что я хотел вам задать, я не задал. Ни одного. Вот. Но перед тем, как мы закончим, еще два момента мне бы хотелось уточнить, потому что есть, не знаю, корысть это, любопытство личное. Как называется сейчас ваша квалификация? Правильно, да? Квалификация это называется? Я ничего не путаю? Да, как это называется сейчас у вас? Diamond Tutor 5-й ступени. Вы когда ее получили? Я не помню. Это не важно. Вопрос вот в чем. Дело в том, что
когда ты к чему-то идешь, то у тебя есть вот этот вот путь к твоей, назовем это, цели. Угу. Ты ее получаешь, и много-много людей из разных профессий, из разных сфер бизнеса говорят одно и то же. Достичь чего-то гораздо проще, чем это удержать. Подтверждаете или нет этот постулат? Да. Тогда вот вопрос. Что позволяет вам удерживать квалификацию? Насколько потом сложнее ее удержать? Алексей, вы сейчас в ловушке вот именно определения удержания. Понимаете как? Вот наша жизнь так же, как наш бизнес любой, это как езда на велосипеде. Перестал крутить педали, упал. Вот. И вот в этой жизни же все развивается. Дерево растет, да, развивается. То есть, ну, понятно, как бы по-своему это делает, но тем не менее. И люди тоже должны развиваться. И любой бизнес, который, скажем так, развивался, а потом вышел на удержание, то есть он только удерживается, то есть он вышел на некая плата стабильная, вопрос времени, когда этот бизнес начнет деградировать. То есть начнется регресс. Он начнет уменьшаться. Это закон Вселенной, это любой бизнес так. То есть поэтому в случае нашего бизнеса сетевого нужно говорить о не об удержании квалификации, а о последующем ее развитии квалификации. То есть то, что твоя квалификация по умолчанию делается, ну потому что у нашей квалификации запас прочности там пятикратный. Ну, то есть, вот конкретно для того, чтобы подтвердить свою квалификацию, нам не надо делать ничего, от слова совсем. Для того, чтобы развивать компанию дальше, надо работать. Все. То есть мы не работаем над своей квалификацией, мы работаем над развитием дела, над развитием бизнеса, над развитием компании. То есть если бы была следующая квалификация, ну да, окей, мы бы, хотя и следующую мы бы тоже закрыли, если бы она была. Ну, потому что логика понятна, какая она может быть следующая. Вот, и по следующему мы бы тоже закрыли. То есть я считаю, что как только человек начинает работать на удержание бизнеса, рано или поздно, скорее рано, чем поздно, его бизнес начнет разваливаться. Потому что когда он работает на удержание, он становится сдерживающим фактором, в том числе для его людей в его команде, если мы говорим применительно к сетевому бизнесу. Ведь смотрите, если я не хочу расти дальше, мне хватает, я удерживаю вот эта плата, это означает, что я своих людей ограничиваю в росте. Это как вы едете на Феррари, газуете, вот, пибикаете, впереди вас едет каток по узкой дороге. Какая разница, сколько у вас там лошадей под капотом? Вы каток не объедете. И быть пробкой для своей команды – это, наверное, самое худшее, что можно представить для себя. Поэтому мы не удерживаем квалификацию. Мы работаем над развитием бизнеса. И, скажем так, думать о том, будет у нас в этом месте квалификация или нет, мы вообще не думаем. Потому что, ну, как бы тут уже другие аспекты задействованы. То есть когда, кстати… Один из моментов, когда вот человек в сетевом бизнесе, ну, вот, уже не новичок, да, добивается какой-то квалификации, например, там, бриллиант или там, Diamond Tutor, и в какой-то момент времени он начинает работать только на удержание, это означает, что он перестал работать на развитие. Все. Ты перестал крутить педали. Какое-то время велосипед будет ехать по инерции, а потом упадет. Ну, вместе с ним ты, естественно. Поэтому крути педали. Велосипед едет только так. По большому счету, в этом даже есть некая философия не только сетевого бизнеса, но и жизни вообще. Есть люди в 90 лет, выглядящие бодрячками, потому что они каждый день куда-то ходят, что-то делают, с кем-то общаются, и они не думают о том, что, боже мой, мне уже 90 лет, мне уже, я уже одной ногой в могиле, они живут. А есть те, кто уже в 50 крестит и говорит о том, что да, и разваливается, и ворчит на все происходящее вокруг. Справедливо. Крути педали. Да, крути педали. Это жизнь. Петр, спасибо вам большое. Я должен вас попросить в финале нашего подкаста что-то пожелать тем, кто его слушает или смотрит. Да что я могу пожелать-то? Знаете как, ты можешь бояться сколько угодно, иди и делай. Вот. Делай, думай, анализируй, делай по-другому. Стучись, да, откроется. Что тут могу сказать?
Вот. Я это видел на тысячах людей, и за 20 лет люди не поменялись настолько, чтобы они как-то по-другому стали преуспевать в этом бизнесе, кроме как делать его каждый день. Пусть понемногу, но каждый. И думать над тем, что делаешь. И делать его головой, а не другим местом. Потому что большинство людей, к сожалению, сетевой бизнес делают не через голову. А через что-то другое. Спасибо большое. Друзья, это был NL-подкаст «История успеха». Сегодня у нас в гостях был Петр Чубаров. Петр, спасибо огромное вам. Спасибо большое, Алексей. Спасибо всем, друзья. NL-подкаст. «Истории успеха».